А с ним что? Как он умрет? Красный нос, пивной живот. Стоп, подводка с печенью. Нет, посмотри на рубашку и мозоли на руках. Он работает с инструментами. Я думаю, пневматический молоток в голову. То же самое ты сказала и про медсестру. Ты переоцениваешь количество пневматических молотков на душу населения. А я бы хотела так умереть. Алло. Номер один. Подготовь выписку для доктора Келса. Забери из моего офиса текст сегодняшней лекции и поставь видак на запись теории большого взрыва. Оказывается, это смотрит весь мир, и я хочу знать почему.